страшно. Это всего лишь я. Это всего лишь я. Страшно? А это всего лишь я. Ну что же, давайте шутки в сторону отложим, окей? Давайте шутки без шуток. Шутки — это смешно. Ну давайте это все в сторону. Спасибо. Это я сам себе сказал. Вот. А шутки в сторону, блядь. Мала бачила тебе і Влада декілька разів на районі, але дуже боялась до вас підійти. Не знаємо, як ти відносишся до фоток з глядачами. Якщо вона знову тебе побачить, вона може підійти до тебе? Звісно, може. Я нормально отношусь. Ну, якщо люди не хуєсоси, то тоді все окей. Я не пам'ятаю, щоб мені хуєсоси зустрічались. Бувають такі немного крінжові школьники, це буває. Ну, або ребятки в цілому. Буває, навіть взрослий чоловік підходив, якийсь крінж наганяв. Таке було. А в основному, типа, такі от ребята часто бувають. У кого-то навіть руки трясуться. Вот. Ну, по-разному, типа. Но в основном все всегда хорошо, типа, хорошие ребята. Однажды были неприятные. Один раз я помню такой. Один раз мне запомнился, я вам рассказывал, когда я шел по Майдану, блядь, идет стая скинов каких-то, и среди них вот такой самый гигантский, блядь, в бомбере, лысый, такая большущая голова, такое, блядь, тело гигантское, вот такое, блядь, буквально. И идет и смотрит на меня. Я думаю, блядь, приплыли, думаю... А у меня волосы, короче, светлые, крашеные, серьги. Думаю, блядь, сейчас какая-то хуйня будет, сто пудов. Думаю, ну, блядь, ну, ты чё поделать, ну, пиздец, типа. Шо я могу, блядь. Вот, а он подходит так ко мне и говорит: «Ой, Олег, привет, там, типа, я тебя смотрю». Я думаю, ебать, я говорю: «Братишка, блядь, сука, я уже это, сердечко закололо». Вот, ну, мы сфотались, всё заебись. Один раз были очень неприятно, мы сидели летом с Егором на лавочке. Проходило каких-то три типа. Такие какие-то, они быковатые именно, я даже... Такая вот, блядь, как вам объяснить? Ну, бывает от людей такой вайб, знаете, вот очень... Такой неприятный, как будто гопники с района. Вот такой вайб у людей иногда исходит от них, такой именно... Он не устрашающий даже, типа, а просто какой-то очень такой, как вам сказать, такой неприятный именно, прям такой именно, вот такой дохуя неприятный, прям, ну, такой именно, блять, хуя знаю, как будто бы оказался не в той компании в 12 вечера, понимаете, и там какие-то их мутные дела, вот какие-то такие типы были, три чувака, лысые такие. Что-то подходит ко мне, вот так вот просто подходит, вот такой походочкой, вот так становится возле меня. И один такой говорит мне: «Ты знаешь его?» И показывает мне на какого-то чувака лысого. Я, ну, я, бля, я не ебу, кто это. Ну, ты какой-то тип, ну, я не знаю. Откуда мне знать кого-то? Я говорю: «Я без понятия». Он говорит ему: «А ты знаешь его?» И смотрит на, ну, на меня вот так. Ну, тот тип как будто бы так спокойно, но он тоже такой вот как будто бы, но он как будто бы такое вот ощущение было, что он чутка так застеснялся, заминжевался. Что-то говорят, блядь, сигарету, а, попросили зажигалку, я им дал зажигалку, а потом то ли у меня, то ли у Егора была кола, у меня, по-моему, банка не открытая причем, и говорит: «Можно выпить?» Я говорю: «Нет, ну, я себе купил колу, я как бы, ну, хочу ее себе забрать». Ну что-то: «Ну дай, пожалуйста». Ну, нет, это моя кола, ебать. Ну все, типа, блядь, и ушли. Так вот, по-моему, что-то такое. Может, чуть-чуть путаю детали, но вот что-то на уровне. Точно они просили выпить колу, это на все тысячу, я помню. Что очень как-то мне странным показалось. Просто наглым подходит к тебе чувак на улице и просит колу. И говорит: «Ты знаешь его, а ты знаешь его». Я в душ, ну, как бы... И что-то туда-сюда ушли. Вот это была какая-то хуйня. Ну, и ни фото, ни... Я вообще не понял ничего. Просто вот какая-то... Ну, именно... И как-то это неприятно было, действительно. А в основном, ну, типа, все окей. В основном люди нормальные. Попадались раньше, типа, давно еще, вот это у меня Агар когда-то был, типа, попадались, типа: «А где Слидан? А чё Слидан?» Но такого очень давно уже нет.
Они встречают его несколько лет. Года два, наверное, может. Три даже, может. С года 21-го это окончательно пропало. Вот. Но в основном все норм. Поэтому, да, я только за. Если вы нормальный человек, а не идиот, то, ну, с радостью я даже поговорить порой рад, если у меня есть время, типа, и, ну, я не считаю себя каким-то бэтбоем, типа, я обычный человек с улицы. Вот. Поэтому так, братишка, вообще без базара, типа, конечно, не проблема. Олеже, дякую за твої слова, аж мозок буває на місце встає після того, як послухаю тебе. Ну, мне кажется, в этот раз Владик похлебку сделал без любви. Обычно у него секретный ингредиент любовь, и в этот раз как будто бы, ну, любви не особо. Лук максимум. Тут куриная кожица. Да, видимо, в этот раз Владик без любви. Подошел к делу. Не хватает. Поел. Сейчас отнесу. Время есть банан. Прозорый сорт, да.
Если вы действительно думаете, что это я показательно так бананы ем, это правда. Я не знаю, я себя приучил почему-то есть бананы именно таким образом. То есть я даже сам наедине их так ем. Не знаю. Но мне неудобно, это как... Ну не то, что это даже странно пихать себе в рот какие-то продолговатые предметы. Все их пихают по-любому. Ну типа, я думаю, все как бы хотя бы раз... пихали себе какой-то продолговатый предмет в рот, логично, да? Но мне просто так почему-то некомфортно, я не знаю, неудобно есть так бананы. Я хуй пойми, я себя приучил уже их отламывать, блядь, целиком. Ну не знаю, меня эта кожура ебаная бесит, это какой-то бред, типа, хую. Ну мороженое я же не разламываю на куски. Вот мороженое ем так, причмокивая, но... Но... В остальном-то, блядь, вот именно с бананами у меня вот такая история. Бля, сейчас бы еще яблочко съесть.